Таня, я хочу тебе показать, как...
скуловая мышца, и здесь места крепления находятся. Следы. Планируйте куда-то выйти и не давите на эту зону очень сильно. По 10 раз на каждую скулу. И мы теперь спускаемся на область овала. Овал мы работаем вот с этим, вот с этой лапкой. Ставим на середину подбородка и начинаем к области уха продвигать наш гуаша. Вот так вот. Тут прям прямое упражнение, да, прямое назначение, как будто скребком убираем все ненужное. На области скуловой дуги, вот в этой зоне, крепление и также платизма, которая утаскивает губу вниз. Также находятся брылы и спускание тканей. Поэтому скребком мы, как стамеской, просто выглаживаем эту зону, спуская напряжение, все эти залипы, фиброзы, все прорабатываем. На каждую сторону по 10 раз пройдите. Следующая область у нас круговая мышца рта, поджимаем губки. И как будто мы бреемся, да, то есть прорабатываем скребком всю эту область. Тоже круговая рта, она работает по типу закрывания, сворачивается и утаскивает наши губы к старости вниз. Поэтому вот такой способ скребком, он дает кровообращение и в то же время расслабляет. И завершающая зона на лице – это подбородок. Подбородок, который от напряжения создает брылы и грустные уголки губ. С ним тоже все просто. Ищите любое удобное ребро скребка и начинайте в стороны работать. От серединки в стороны. И как, можно другим способом, то есть поставили скребочек, и как будто у вас там борода выросла, да, и мы ее хотим отскребсти. Вот классический массаж гуаша по всем зонам лица, который отскребает напряжение, залипшие ткани и улучшает кровообращение.